прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Бунт на староконном рынке. Предприниматели требуют от администрации отменить решение о повышении аренды на 20%. Вместо этого они просят предоставить им 70% скидку от ранее существующей цены на ближайший год из-за неблагоприятной экономической ситуации. Также бизнесмены призывают администрацию рынка организовать выплату задолженности по графику равными частями, без пени и других штрафных санкций. Они направили в администрацию рынка обращение со своими требованиями. Ответ на него представители малого бизнеса рассчитывают получить в четверг после собрания руководства «Староконки». Во вторник староконный рынок возобновил свою работу. Всех реализаторов обязали пользоваться перчатками и масками, а предприниматели обеспечить свои торговые точки дезинфекторами. Также необходимо следить за тем, чтобы соблюдалась норма в отношении покупателей – один человек на 10 квадратных метров. На рынок можно будет попасть только через два входа. У всех посетителей будут проверять температуру тела и наличие маски. Начался капремонт одной из самых разбитых улиц Одессы – Новощипного ряда. Пока подрядчик почти за 156 миллионов гривен будет обновлять дорожное покрытие и инженерные сети, движение городского транспорта изменится. Трамвай номер 3 и 10 будут курсировать по сокращенной схеме. Работа 11 маршрута будет временно приостановлена. Маршрутки номер 117, 121, 149, 214 и 220 по направлению к первой станции Люздорской дороги будут двигаться от Екатерининской на Пантелеймоновскую водопроводную и далее по маршруту. В направлении центра они будут проезжать от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, Пантелеймоновскую, Екатерининскую и далее по маршруту. Городской электрический транспорт частично изменил схему работы части подвижного состава. Это касается маршрутов номер 3. Номер 10. Но маршрут номер трамвайных маршрутов номер 3 и номер 10. Трамвайный маршрут номер 3 будет теперь курсировать от площади Старосенная до Люздорфа. Люздорфа маршрут номер 10 будет курсировать от площади Старосенная до Исхака Рабина. Маршруты номер 13, 26 и 27 курсируют без изменений. Троллейбусные маршруты курсируют без изменений. Маршруты номер 18, 28, 19 и номер 5 будут работать без изменений. Трамвайные маршруты номер 18, 28, 19, номер 5 будут курсировать без изменений. Карантин ослабили, а значит, горожанам снова можно гулять в скверах и парках. В свою очередь, в мае риск подхватить клеща особенно велик, несмотря на прохладную погоду. Эти паразиты переносят множество опасных инфекций. Для защиты от них нужно правильно одеваться и регулярно себя осматривать. При укусах клещей самая большая вероятность подхватить болезнь Лайма. Отеки, головные боли, жары, кожные сыпи – это основные симптомы. Чаще всего эту болезнь лечат антибиотиками. Несвоевременная терапия может привести к инвалидности или даже смерти. Зачастую клещи прячутся на листьях, в кустах и в высокой траве. Паразиты коварны. Почувствовать их укус практически невозможно. Вместе со слюной насекомое вводит обезболивающее вещество. Место укуса начинает слегка побаливать лишь на второй-третий день. Клеща можно обнаружить под мышками, в ушах и около ушей, на шее, внутри пупка, на сгибах коленей, локтей, в волосах, между ног и вокруг талии. Поэтому для профилактики врачи советуют правильно подбирать одежду перед посещением парков и скверов. Одежда должна быть прежде всего светлой, то есть не надо одевать темную одежду, и с длинными, плотно прилегающими к запястью рукавами и длинными штанинами. И желательно заправлять брюки в обувь и, конечно, желательно одевать головной убор. Если же укус избежать не удалось, место, куда прицепился клещ, необходимо обработать спиртом. Затем в ход идут подручные средства – иголки, нитки, крючки или пинцеты. Захватить пинцетом само насекомое и как можно ближе к его головке, чтобы потом, когда вытягиваете клеща, не осталась там головка.
И медленно поворачиваем клеща примерно где-то на 180 градусов. Делаем такие вывинчивающие движения. Затем врачи советуют поместить клеща в стеклянную тару и привести в лабораторию для дальнейшего исследования. Сбылся худший прогноз. В Одесской области погибло 250 тысяч гектаров посевов озимых культур. Это те сельскохозяйственные площади, которые уже официально списаны, и этим летом они не дадут урожая. По оценкам специалистов, окончательная цифра погибших озимых вследствие засухи будет вдвое больше. В целом область потеряла четверть озимых. Это худший показатель в стране. Как известно, больше всего пострадал юг области, однако не намного лучше ситуация и в центре региона. Управление агрополитики собрало жалобы и требования фермеров в один документ и направило его в правительство. В этой ситуации одесские фермеры могут надеяться только на поддержку Киева. Напомню, в Государственном аграрном фонде сейчас есть 4 миллиарда гривен. Кошти, передбачені на аграрну галузь, перерозподілити та зробити пряму фінансову допомогу для господарств за можливості. Якщо можливо, то збільшити видатки за програмою компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами для того, щоб зняти відсоткову ношу для господарств перед кредитами. Також стоїть питання централізованого вирішення реструктуризації договорів кредитних з банківськими установами центрального рівня, тому що на сьогодні застосовується індивідуальний підхід на місцевому рівні з кожним сільгоспвиробником. Отдельно обсуждается помощь аграриям, которые используют растительные системы, но последнее слово должны сказать профильные министерства. Область компенсацию потерь не потянет. Ми ще вбачаємо таке важливе питання, як підтримка установ Держводагентства для того, щоб здешевити вартість електроенергії, яка подається на зрошення. Тому що на сьогодні фактично держава сплачує вартість подачі води до точки водовиділену, а ми пропонуємо, щоб хоча б компенсувалося до точки водозабору, щоб аграрій платив фактично за ту воду і електроенергію, яку він споживає при подачі її вже на поле, а не по повному тракту. Напомню, вчера стало известно, что из-за неурожая покончил с собой один из фермеров в Килийском районе. Он несколько недель пытался добиться вразумительного ответа от центральной власти, ждать ли ему компенсации убытков. Но, увы, так и не дождался. Эпопея с недавним обрушением ветхого дома продолжается. В департаменте городского хозяйства опровергают информацию о том, что жителям аварийного здания на Польском спуске выплачивали компенсации после пожара в 2018 году и недавнего обвала 8 мая. Чиновники говорят, что для этого нужно дождаться вывода экспертиз. До того, как мы это получим, результаты экспертизы и будем это понимать, алгоритм наших дальнейших действий. Результаты экспертизы должны быть со дня на день. Что касается это последствий этого пожара, который был в этом же доме в 2018 году, мы сейчас это поднимаем, все материалы. Сейчас все 14 жителей, проживавших в разрушенной части дома, временно отселены. Напомню, что в ночь с 7 на 8 мая обрушилась крыша правого флигеля дома. Обошлось без жертв. В квартирах давно никто не жил. Сам дом был признан аварийным еще в 96 году. Затем его выкупил инвестор под застройку с обязательством расселить людей. Однако этого не произошло. Сейчас в мэрии устанавливают фактического владельца дома. А вот другим одесситам, оказавшимся в похожей ситуации, повезло. Новый дом для пострадавших жильцов. На Молдаванке завершили ликвидацию последствий урагана, который обрушился на Одессу в конце февраля. Часть жилого здания на Рязовской отстраивали более 2,5 месяцев. Были достаточно серьезные последствия. Оттуда переселяли женщину, которая жила на втором этаже.
На сегодняшний день силами ЖКС, это Порто-Франковской, выполнены все ремонтные работы. Сейчас и не верится, что еще 2,5 месяца назад это здание сильно пострадало в результате разбушевавшегося урагана. Тогда огромное дерево едва ли не полностью разрушило эту пристройку, заблокировав внутри 63-летнюю женщину. За это время рабочим удалось восстановить здание. Осталось лишь пара маленьких штрихов. И жильцы наконец-то смогли вернуться домой. Ну, они делают за свой счет, а с меня денег не берут. Вот красиво мальчики проходит, начальник проходит, так продирается, так вот, вот это почему не белое, а это почему желтое, ругать. Вчера был начальник, хочу, чтобы мне закрасили там, вот эту стенку, она серая, видите, и потолок, чтобы он мне немножко, он разрешил, вот этот мальчик сказал, да, немножко оставим там, потерпите чуть-чуть. У соседей Натальи также восстановили разрушенную стену. Остальной ремонт уже за их счет. Напомню, 24 февраля ураган Юлия едва не лишил крова владельцев жилого дома на Рязовской, 33. Основной удар приняли на себя веранда и кухня старого здания. Упавшее дерево полностью проломило крышу и зацепило соседние квартиры. 63-летнюю пенсионерку бесплатно поместили в санаторий. Еще некоторое время она провела в центре реинтеграции бездомных. Было лечение хорошее, отношение было хорошее. Я 4 раза кормили. Было все хорошо, нормально. Мэрия исправит историко-архитектурный опорный план Одессы. В его предыдущей версии обнаружили ошибки и неточности в описании памятников архитектуры. Сейчас определили победителя тендера для проведения повторных исследований и создания нового плана. 30 квітня було розкриття цього тендеру, і ми отримали переможця, який повністю відповідає вимогам щодо документації, технічної підготовки, підготовки фахової та оздоблення щодо фаховості виконання цих робіт. Ми розуміємо, що роботи достатньо велика по кількості, тому вона була розбита на декілька етапів. Цього року етап передбачає саме коригування графічного. После этого подрядчика обяжут собрать и систематизировать всю информацию об одесских достопримечательностях. В ближайшие недели мэрия и исполнитель должны подписать соответствующее соглашение. Опорный историко-архитектурный план является частью генплана города, поэтому важно определить статус каждой культурной ценности для ее дальнейшего сохранения. За сутки в Одесской области зафиксировали 7 новых случаев заболевания COVID-19. Положительные результаты тестов получили 4 одессита, врач 10-й горбольницы и 2 жителей Подольска. В антирейтинге по количеству заболевших на первых позициях по-прежнему Подольский и Беляевский районы, а также Одесса. На стационаре в инфекционной больнице находятся 29 пациентов, 6 в тяжелом состоянии, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В общей сложности вирус подхватили 653 человека, выздоровели 40 пациентов. 11-й Одесский международный кинофестиваль тоже пострадал от карантина. Его перенесли с июля на осень. Организаторы культурного марафона сообщают также, что эпидемия коронавируса повлияет на формат события. Фестиваль пройдет с 25 сентября по 3 октября, преимущественно в онлайн-режиме. При этом традиционный показ на Потемкинской лестнице решили не отменять. По словам продюсера кинофестиваля Юлии Синькевич, в онлайн-формате в программе «Одесский» международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также мастер-классы и пресс-конференции. Кроме того, в онлайн-формате пройдет индустриальная часть кинофестиваля. Ожидается, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии. Более 1000 одесситов прошли бесплатное тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Центр по борьбе с пандемией COVID-19 и клиника Международного гуманитарного университета продолжают принимать граждан. По сути, сегодня это единственное место, куда могут обратиться одесситы и совершенно бесплатно пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Каждый день по записи сюда приходит около 50 человек. Подробнее в нашем сюжете.
Уже почти месяц от запросов и желающих пройти бесплатные тесты на COVID-19 в Центре по борьбе с пандемией и клинике Международного гуманитарного университета нет отбоя. Но чтобы люди меньше контактировали друг с другом и можно было продезинфицировать кабинет после каждого пациента, всех желающих принимают по предварительной записи в колл-центре. Поэтому за сутки врачи тестируют около 50 человек на наличие антител к вирусу COVID-19. Созданный по инициативе Сергея Васильевича Кивалова Центр противодействия пандемии совместными усилиями Юридической академии и Международного гуманитарного университета сегодня работает достаточно напряженно. Ежедневно к нам обращаются граждане города Одессы. Ежедневно мы проводим где-то порядка 50 тестов. Плюс еще люди обращаются просто за медицинской помощью, за консультацией. Вот. И это еще раз подтверждает, что инициатива была очень правильная, что тесты были куплены своевременно и они действительно эффективны. Уже научно доказано, что в большинстве случаев заболевание коронавирусом может проходить бессимптомно. Это особенно опасно для людей из зоны риска и пенсионеров. Люди пожилого возраста стараются максимально ограничить контакты, но не у каждого есть возможность находиться в абсолютной изоляции. Я поэтому и пришла, что вот как бы легкие симптомы были, я еще 2 недели назад списывалась, ну, потому что очередь. Сейчас уже, конечно, все прошло, но на всякий случай решила, потому что общаюсь с внучками, и как бы хотелось бы быть спокойной, что все нормально. Вот. И очень, конечно, хорошо, что есть такая возможность делать бесплатно для пенсионеров. Я положительно к этому отношусь, потому что всегда хорошо, когда есть возможность проверить себя лишний раз и не переживать о том, что ты болен и так далее. Я считаю, что эти тесты нужно проходить, потому что это достаточно важно, и коронавирус достаточно серьезная проблема для того, чтобы понимать, что это безопасно, безопасно для окружающих, для непосредственно своих уже родственников, тем, с кем ты контактируешь постоянно, чтобы понимать и для себя, что ты, к примеру, здоров, и было все понятно. По инициативе почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова закупили 10 тысяч самых качественных экспресс-тестов мирового лидера по производству тест-систем. Они сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах Европы и Азии с высоким уровнем заболеваемости. По словам медиков, количество протестированных одесситов уже перешагнуло за 1000. Это прекрасно бесплатно, это прекрасно, особенно для пенсионеров это вообще, где можно такие деньги взять, которые нужно платить в каких-то больницах и в поликлиниках, это прекрасно. Это выше всех похвал. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову. Он великое дело делает, всегда делал, делает, и я думаю, будет сегодня дела хорошие делать. Тестирование, как уже говорилось, проводится абсолютно бесплатно. Вот, ни копейки государственных денег на это не было потрачено. Это принципиальная позиция Сергея Васильевича Кивалова. Вот, также мы параллельно создали отделение интенсивной терапии. Отделение оборудовано современной системой обеспечения кислородом, а также несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких эксперт-класса. Кроме того, палаты интенсивной терапии обеспечены инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности пациента, уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом в случае его транспортировки. В палате также используются возможности телемедицины. В режиме реального времени врач сможет наблюдать за всеми изменениями и давать соответствующие команды медсестре для выполнения необходимых манипуляций. Здесь мы можем одновременно оказывать медицинскую помощь двум пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии. Здесь есть современная система для обеспечения кислородом. Пациентам также есть дыхательное оборудование новое, эксперт-класса, которое позволяет обеспечить качественную поддержку людям, которых самостоятельно сложно дышать. Вот. Это прежде всего касается пациентов с пневмониями коронавирусными.
Работа с аппаратами ИВЛ и другим медоборудованием, которое используется при лечении пациентов с вирусом COVID-19, требует определенных знаний и опыта. В связи с этим на базе университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета стартовали обучающие курсы для врачей, работающих в медучреждениях Одессы. Проект реализуется при участии докторов и кандидатов медицинских наук факультета последипломного образования врачей. Также на базе клиники оборудованы палаты, совмещающие функции дневного стационара и физиотерапевтического кабинета, где смогут проходить реабилитацию пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Напомним, что пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета может любой желающий. Чтобы пройти тест, необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону горячей линии колл-центра 700-78-30. Запись проходит ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. Выход спорта из карантина. Многие сборники и команды мастеров с понедельника начали тренироваться. Но оперативно провести медосмотры всех спортсменов в областном физдиспансере не успеют. На это уйдет несколько месяцев. К тому же в учреждении нет приборов для проведения тестов на COVID-19. Как будут проверять спортсменов, узнавал Дмитрий Богомолов. Руководство Украинской футбольной премьер-лиги рекомендовало всем клубам УПЛ и ПФЛ пройти ПЦР-тесты перед возобновлением тренировочного процесса. Мнения разделились, ведь это достаточно затратно, а многие после карантина, в том числе и Черноморец, переживают финансовые трудности. Официальной информации, начали ли тренировки моряки, пока нет, но на сайте UAFootball написали, что на базе в Савиньоне прошло совещание команды, где представили нового тренера Сергея Ковальца. Но возвращаясь в целом к спорту и медосмотрам, проходить или нет всем тестирование на COVID-19, репортер связался с главврачом областного физдиспансера. Вопрос про тесты на коронавирус. Обязаны их проходить или нет? И могут ли они у вас? Скажем, сегодня сеть физкультурных диспансеров не получила четкого приказа, но с некоторых федераций мне задали вопрос. Данного прибора нету у физкультурного диспансера, то есть данного лабораторного оборудования у нас нет. Мы можем попробовать в случае необходимости скоммуницировать с лабораториями, да, но если будет жесткий приказ от НОКа, да, о прохождении, то это увеличит нагрузку на лаборатории нашего региона, да, на прохождение. То есть, скажем, мы заблокируем спортсменов. Кроме того, теперь приемы проходят с соблюдением всех эпид-норм по записи, то есть медосмотры всех видов спорта могут затянуться на несколько месяцев. Но отметим, что в рамках карантина и благодаря медреформе полностью закупили дезсредства, электротермометры, маски и все, что необходимо для соблюдения санитарных норм. На сегодняшний день мы открыли прием. Мы полностью можем принимать спортсменов для диагностики, консультирования с последующим выдачей допусков. Но только после предварительной записи. Нельзя к нам прийти. Здравствуйте, я пришел, хочу. Такого, к сожалению, как раньше, не получится, тем более в период карантина. Прежде чем к нам захотят прийти, необходимо обязательно записаться. Для этого есть Facebook, для этого есть контактные телефоны, есть многие контакты наших регистраторов. Сейчас мы будем делать электронную очередь, электронную запись. Есть и хорошие новости. Благодаря медреформе решились проблемы с финансированием и оплатой спортсменов за многие услуги. Физкультурный диспансер вошел в реформу. На сегодняшний день на сайте, на Фейсбуке физкультурного диспансера можно увидеть условия обслуживания. Мы дополнительно открыли отделение семейной медицины. То есть у нас все, кто занимается физкультурой и спортом, могут получить весь спектр услуг бесплатно сегодня. Это, в принципе, если вы помните, все дебаты и баталии прошлогодние, речь шла о том, что почему платные послуги, потому что нам надо было входить в реформу. У нас не было выхода, к сожалению. Таким образом, обслуживание спортсменов будет разделено на три группы. Это те, кто подписал декларацию семейным врачом. Второе – это можно у своего семейного врача взять направление на услуги всех необходимых специалистов и услугу получить бесплатно. И третий вариант – платные услуги, которые любой спортсмен из любого клуба может при желании пройти именно в физдиспансере. Дмитрий Богомолов, телеканал «Репортер». И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с «Репортером». До скорого!